Посмотрите, вот пример узкой верхней челюсти. Если бы мы все оставили как есть, ребенок бы получил проблемы с прикусом. Места для прорезывания постоянных зубов недостаточно. Но родители Андрея вовремя обратились к нам. В возрасте 8 лет мы провели Андрею диагностику и установили несъемный аппарат Марка Росса, называемый в народе несъемная пластинка. Спустя 8 месяцев лечения мы сняли аппарат и посмотрите, какой результат. Верхние зубы стоят на своих местах, промежуток между передними зубами уменьшился самостоятельно. Мы создали место для прорезывания боковых резцов и дополнительное место за счет самостоятельного расширения нижнего зубного ряда. Давайте все-таки услышим впечатление Андрея от проведенного лечения, ведь это самое главное. Андрей, расскажи, пожалуйста, как ты вообще привыкал к аппарату, когда мы установили? Тебе это некомфортно было? Ну, чуть-чуть. Понятно. А в дальнейшем, когда ты с ним ходил, как тебе было? Хорошо. Большое, огромное просто спасибо нашему доктору, это Виталий Бекасов, он отличный ортодонт, профессионал классный, коммуникация с ребенком просто отличная.